В кругу проблем. У тебя я научился врать. Пап, как дела? У меня тут день рождения. В плену своих пристрастий. Рассказывай, зачем ты украл у меня деньги? Снова останешься ни с чем. Сколько? 7 евро. Давай же! Он ставит на кон всю свою жизнь. Прошу встать. Вы понимаете, как все серьезно? Повторяю, вы понимаете, как все серьезно? Молодой человек, зайцев не возим, проезд оплачиваем. Распитие в общественных местах запрещено. Мадрис. Проигрывая будущее. В пятницу, 22 декабря, на канале Еврочаннел.